И в завершении выпуска. Музыкальный театр готовится к премьере. Сегодня состоялся генеральный прогон легендарной опереты французского композитора Франса Легара. Артисты примерили костюмы в стиле модерн. О современном прочтении классического произведения Ксения Тимирханова. Вот сейчас вот этот вот, это все хорошо. Костюмы и даже грим для этой постановки придуманы московскими художниками. Для молодого состава классика мировой оперетты «Граф Люксембург» отличная возможность повысить свой профессиональный уровень. Репетиции идут каждый день с утра до вечера. Так как я один, а героинь Анжель две, мне приходится с утра два раза, вечером два раза. И большая нагрузка на голос ложится. По замыслу столичного режиссера Евгения Воллеса, нынешний «Граф Люксембург» максимально приближен к современной жизни. Отсюда декорации в стиле модерн с элементами городской рекламы. Тема продажной истинной любви по-прежнему актуальна. Главная наша задача была, чтобы в это непростое время наш зритель, который пришел в театр, получил немножко счастья. Счастье от великой музыки. Потому что нам всем сегодня очень нужно быть счастливыми. Впереди еще несколько генеральных прогонов. 25 и 26 апреля Мустеатр дает премьеру легендарного «Графа Люксембурга». Ксения Тимирханова, Андрей Торопов и Сергей Шилов. Вести Кузбасс, Кемерово.